Здорово, народ. Давно хотел сделать такой эксперимент. Короче говоря, у меня сейчас в руках находится кассета. Вот она. Это оригинальная кассета. Как вы можете видеть, это 97-й год. 97-й год. И это наш альбом, который мы записали, когда нам было 14 лет. То есть мы играли уже музон, хэви-метал, фигарили вообще по полной, переигрывали там всю металлику, все, что слышали, все, что мы и рубили, весь трэш-метал, который могли. Я и мой приятель Алексей, и мы записали вот этот альбом, вот этой кассете, ей уже, короче, 97-й год. Давно-давно я к этому шел, в общем, что я сделал? Я оцифровал весь этот альбом, взял оттуда одну песню под названием «Паника». «Паника». Это такая песня, которую мы вдвоем написали. Она такая прикольная, короче, как мне кажется, для эксперимента подходит. В общем, что я хочу сделать? Я хочу перезаписать заново вот эту песню «Паника» с современными возможностями, вот этими пресетами, вот с этими дисторшнами, все вот то, что на компе доступно, вообще с гитарами, которые у меня сейчас есть. Ну и с таким небольшим свежим взглядом, конечно, на этот продакшн вообще. То есть что-то я оттуда уберу, что-то я добавлю, наоборот. То есть, ну, не просто прям конкретно вот все прям почистую. Там тоже есть такие моменты, которые прям совсем залезли. Вот, я туда запишу соло, наверное, потому что в оригинале там соло нету. Там будет у меня соло, конечно, я его запишу сейчас уже какой-нибудь красивый туда. И просто я хочу сравнить, что можно было сделать тогда, в 97-м году, когда мы просто играли в комнате и записывали на магнитофон, на кассету, как мы играем в комнате. Играли мы под синтезатор, я забивал ударники мидишные, и мы под них играли на бас-гитаре и гитаре. Я хочу посмотреть вот между вот этими двумя периодами, сколько всего изменилось, и посмотреть, спустя 23 года один и тот же взгляд на одну и ту же песню. Какой она была и какой она была бы, если бы ее мы записали сейчас. Итак, вы можете пока послушать, ну, кому интересно, конечно, оригинальный вариант. Я полностью оцифровал это все, и сейчас будет оригинальный вариант. И позже, наверное, может, на этой неделе где-то, я уже нахожусь, потихонечку я делаю этот трек, и я выложу уже, что у меня получилось сейчас именно. Итак, увидимся в следующих видео. Пока.